каждую туристы едут в Иркутскую область только ради встречи с Байкалом. Поэтому столица региона становится просто перевалочным пунктом на пути к озеру. Хотя Иркутск с точки зрения истории и культуры очень интересный город. Тем более столица региона попала в десятку самых культурных городов страны. Рейтинг городов с самым высоким культурным капиталом составили специалисты Высшей школы экономики, а опубликовали его результаты «Известия». Иркутск в этом списке оказался на 10-м месте. Интересно, что в топ-10 не попали даже Санкт-Петербург и Москва. Все дело в том, что аналитики оценивали, как много в городах объектов культурного наследия, музеев, театров, библиотек, и как часто для жителей проходят масштабные фестивали, конкурсы и подобные мероприятия. И оказалось, что люди в крупных городах не успевают проникаться культурой из-за занятости и бесконечности ритма жизни. А в таких местах, как Петрозаводск, Белгород, Томск, Калининград и в том числе Иркутск, у жителей есть больше времени на то, чтобы посещать музеи, более подробно знакомиться с историей памятников и достопримечательностей и участвовать в культурных мероприятиях.